Внедрение информационных технологий в таможенной сфере. Согласно требованиям Киотской конвенции, автоматизация в этой сфере обеспечивает эффективность таможенной проверки. Об этом заявил председатель таможенного госкомитета Азербайджана Сафар Мехтиев на встрече с Азербайджано-французской торгово-промышленной палатой. Установлено сотни рентгеновских оборудований, которые отвечают всем требованиям международных стандартов. Внедрение высоких технологий в транзитную и логистическую систему страны сократило проблемы, связанные с высокой плотностью на пропускных пунктах. Можно сказать, что проведенные реформы искоренили эту проблему. Помимо этого, если раньше через таможенный пункт в день проходило 200 грузовиков, то теперь этот показатель составляет 650. Улучшение потенциала таможенной системы повысит уровень международной торговли и обеспечит безопасность страны. Помимо этого, расширение международного сотрудничества также стоит под номером один в списке задач Госкомитета. Так, только за январь-октябрь текущего года объем торговли Азербайджана с Францией составил 750 миллионов долларов. Это свидетельствует о динамичном развитии отношений Азербайджана и Франции. Потенциал для дальнейшего развития крепких двусторонних отношений с Азербайджаном многообещающий. Мы установили динамичные отношения в транспортной, энергетической и многих других областях. Предприниматели наших стран осуществляют взаимные инвестиции, и мы планируем дальше расширять наше сотрудничество. Стороны отметили, что в ближайшей перспективе планируют увеличить объем торговли до 1 миллиарда долларов. По словам Сафара Мехтиева, основная задача – создание центров управления рисками. Это облегчит систему импортно-экспортных операций, поскольку проверка будет проводиться на базе оценки и анализа рисков. Объем средств, переведенных комитетом в бюджет страны, составил 4 миллиарда манатов. К концу текущего года этот показатель составит 4,3 миллиарда манатов. Нигяр Рахманова, Али Сурхайоглу, CBC.